Глава Лентора Сергей Махиня проиграл суд подрядчику. Конфликт между мэрией города и руководителем компании «Интеграция», которая отвечает за содержание уличной дорожной сети, длится уже не первый год. По решению суда местная администрация должна заплатить предпринимателю около 24 миллионов рублей. Напомню, в сентябре прошлого года Ленторское хозяйственно-эксплуатационное управление подало иск на расторжение контракта и взыскание почти 2 миллионов рублей с подрядчика. Директор компании Евгений Городилов подал встречный иск с требованием оплатить работы за март 2021, январь 2022 года, которые в итоге удовлетворили. Полностью свои финансовые претензии руководитель предприятия-подрядчика оценивает 84 миллиона рублей.